первом месте Анна Соловьева, летальца Eximius Клин, руководитель Мария Балычевская. Аня Соловьева, где у меня? Вы руку подняли. Вот Анечка Соловьева получает свои награды. Аня, вручай, пожалуйста, свои тезки. И первое место Мария Терехова. Эппи длинный чулок. Старс Тула, руководитель Вислава Козлова. На протяжении сегодняшнего второго отделения зрители голосовали и выбрали обладателя приза зрительских симпатий. Это Виктория Прохина. Виктория Прохина, поднимайся к нам. Малышки, вы спускайтесь вниз. Итак, какой приз? Это приз зрительских симпатий. Эстрадный танец и на третьем месте Виктория Матвеичева. Рататуй. Коллективный визит город Тула. Руководитель Наталья Хлебникова. На втором месте Екатерина Черкасова. Они уже уехали в Тулу. И первое место Анна Якубова. Рок-н-ролл. Коллектив Тай. Город Шуя. Руководитель Эльмира Эргашева. Аня Якубова. Все это рок-н-ролл. Ваши аплодисменты. Пелагеюшка Софья Огородникова получает диплом и медали за первое место. Коллективный визит город Тула. Руководитель Наталья Хлебникова. Валерий Шалынин получает диплом и медаль за первое место. Коллективный визит город Тула. Руководитель Наталья Хлебникова. Победитель сегодняшнего Crazy Battle, обладатель звания мистер Российской танцевальной олимпиады. Взрослые солистки эстрада Мария Головкина получает диплом и медаль за первое место. Любим Больба. Визитуа, руководитель Наталья Хлебникова. Танцевальное шоу «Дебют», «Бэби девочки» и на четвертом месте Милена Астафьева. «Буги-вуги», «Динамо» Владимир, руководитель Ирина Деркач. Я люблю буги-вуги, я танцую только буги. На третьем месте Юлия Пимушкина. «Один день из жизни ковбоя». Старс Тула, руководитель Владислава Козлова. Где у меня ковбой? На втором месте Полина Андреева, кукла, коллектив «Старс», город Тула, руководитель Владислава Козлова. А вот первое место в дебюте занимает Анна Соловьева. Я готовлю угощение. Eximius Клин, руководитель Мария Балычевская. Я готовлю угощение. Аня Соловьева. Вот она, Анюшка, бегит, да? И аплодисменты вас много! Пошумите нам немножко. Молодцы! Спускаемся аккуратненько вниз. Бэби-девочки, танцевальное шоу «Рейтинг России». И на третьем месте Дарья Муравьева. «Зима». Коллектив «Визит», город Тула. Руководитель Наталья Хлебникова. На втором месте Кашеварочка Яна Сакевич. Eximius Клин. Руководитель Мария Балычевская. Кашеварочку пропустите нам, пожалуйста. И на первом месте Виктория Прохина. Батарабушка Юга. Старс Тула. Руководитель Владислава Козлова. Спасибо огромное. У детей в танцевальном шоу на третьем месте. Все, малыши убежали. Ксения Колесникова, скакалка, коллектив «Визитуа», руководитель Наталья Хлебникова. Ксения Колесникова, третье место. Ксюша.
На втором месте Варвара Казак, Визит Тула, рок-группа Марина Наталья Хлебникова. Сеня Колесникова, третье место. И первое место Виктория Матвеевичева, Визит Тула, руководитель Наталья Хлебникова. Можно поаплодировать девчонкам. Юниоры танцевальное шоу «Рейтинг России». И на пятом месте Анастасия Ермакова, «Царевна Забава», «Визит Тула», руководитель Наталья Хлебникова. Дальше два бронзовых призера. Марина Овчинникова, «Визит Тула», «Волшебные галушки». И Александра Горелова, «Амазонка», «Загадка Ивана». Я попрошу тогда Збигнева Засаду, главного супервайзера турнира, поможет в награждении, если можно, пожалуйста. Я думал, вам отдохнуть нужно так время. Или потом? Нормально. Аня справляется? И дальше второе место Софья Огородникова, богиня Фемида, «Визит Тула», руководитель Наталья Хлебникова. И первое место Ирина Медведева, «Дыхание весны», «Загадкирована», руководитель Барсукова. Пропустите, пожалуйста, здесь сейчас. Я же сказал, сегодня спустились со ступени. Спасибо. Награждению присоединяется супервайзер сегодняшнего турнира, супервайзер IDO, Збигнев Засада, Польша. Взрослые солистки, танцевальное шоу, и на втором месте Дарья Шувалова, «Визит Тула», руководитель Наталья Хлебникова. А на первом месте Мария Головкина, «Визит Тула», руководитель Наталья Хлебникова. Мальчики, танцевальное шоу. На втором месте Иван Антипов, «Ребенок джунглей», «Визит Тула», руководитель Наталья Хлебникова. А на первом месте Игорь Матвеевичев, «Домовенок», «Визит Тула», руководитель Наталья Хлебникова. И можно аплодировать, дорогие друзья. Танцевальное шоу «Бэби Дуэты». Анна Ермакова, Маргарита Косилова получают дипломы и медали за попкорн. «Визит Тула», руководитель Наталья Хлебникова. Попкорн Маргарита и Аня. И аплодисменты зрителей. «Бэби Дуэты», «Эстрадный танец» и «Очаровательные зайчата» получают дипломы и медали за первое место. Дмитрий Давыдов и Мария Белых, «Старс Тула», руководитель Владислава Козлова. Зайчат совсем уже не зайчата. Ну погромче же можно, но... Взрослый дуэт танцевальное шоу Мария Николашина и Дарья Шувалова получают дипломы и медали за первое место. Коллектив «Визит», город Тула, руководитель Наталья Хлебникова. Детские дуэты в эстрадном танце. И на втором месте Варвара Казак, Ксения Колесникова, «Катюша», «Визит Тула», руководитель Наталья Хлебникова. А золотые медали получает Ксения Маришова и Софья Янова, «Подружки», «Квакушки», «Импрессия», «Дзержинск», руководитель Светлана Свердлова.
лучшие танцевальные шоу «Рейтинг России». И на четвертом месте Варвара Казак, Ксения Колесникова, «Визит Тула». Сестрички убежали, девочки убежали, сестрички бегут сюда. А где вот мои сестрички? На третьем месте Иван Антипов и Софья Романова. Семечки, «Визит Тула». Руководитель Наталья Хлебникова. На втором месте Анжелика Абрамова и Полина Лапшина. Динамо Владимир, бабки Ёшки, руководитель Ирина Деркач. Ну а победители из коллектива «Счастье детям» уже забрали свои дипломы и уехали домой. У них там что-то случилось сегодня. Можно аплодировать, дорогие друзья. Фото. Нет, подождите, неправильно. Еще один детский дуэт. Нет, что все, иди сюда. Вот сюда. Еще один детский дуэт, вот. Вот он, детский дуэт. Да, вот. Вот теперь можно фотографироваться. Молодцы. Юниорский дуэт и танцевальное шоу. Софья Огородникова и Анастасия Прокопченко занимают четвертое место на шахматной доске. «Визит Тула», руководитель Наталья Клепникова. Третье место Валерий Шалынин и Анна Костюрина. «Эльфийская история», «Визит Тула», руководитель Наталья Клепникова. На втором месте в этой категории Софья Смирнова и Анна Бродина. «Хрустальный мир», «Загадка», Иванова, руководитель Любовь Барсукова. А вот победители рейтинга России среди юниорских дуэтов — Аида Искандарова и Дарья Капустина. «Необычный рейс», «Загадка», Иванова, руководитель Любовь Барсукова. Аплодисменты! Молодцы! Юниорские дуэты в эстрадном танце. И на третьем месте Софья Огородникова, Анастасия Прокопченко. «Дыхание цветов», «Визит Тула», руководитель Наталья Хлебникова. На втором месте Мария Красикова и Ольга Федорова. «Тайм Шуя», руководитель Эльмира Эргашева. Ночь. Противостояние танго. И победители в этой категории — Анна Бродина, Аида Искандарова. Руководитель «Визит Тула», руководитель Наталья Хлебникова. Аплодируйте. Юниорская малая форма в эстрадном танце. Коллектив «Дежавю» получает кубок и диплом за первое место за композицию «Ночь» на Ивана Купала. Купала, Ивана Купала. Ваши аплодисменты. За композицию «Другие» коллектив «Флэш» города Москва получает кубок и диплом за выступление в категории «Юниоры большие формы», эстрадный танец, рейтинг ВАДА. «Флэш Москва», руководитель Сергей Гуделин. Ай, ну одна вышла, достаточно. Большие формы эстрады, коллектив «Флэш», «Вспышка»,
получает свой кубок и диплом за первое место. Флэш, Москва, Флэш. Тренер Сергей Кудин. И аплодисменты публики. Бэби, большие формы. И на втором месте обезьянки коллектива Stars города Тула, руководитель Владислава Козлова. Обезьянки мои, поднимайтесь к нам скорее. Вы уже не обезьянки, вы уже солдаты, вы уже крутяшки. И первое место. Как раз ты. Отлично. Москва. Руководитель Елена Иванова. Вот сюда. Умницы, малыши. Ну аплодируйте, ваши дети. Ну прямо что ж вы. Умнички, зайцы, фото. И аккуратненько возвращайтесь на места. Малышки убежали потихонечку. Там, где вы были, туда и есть. Похлопайте, дети, мы не аплодисментов ждут. Летом в лесу формейшн коллектива «Загадка» получает кубок и диплом за первое место. «Загадка. Лето в лесу». Иванова, руководитель Любовь Барсукова. А где аплодисменты? Умнички, и аккуратненько спускайтесь за смешанный формейшн в танцевальном шоу, за композицию «Ритмы земли». Коллектив «Визит» получает кубок и диплом за первое место. «Визит» Тула, руководитель Наталья Хлебникова. Аплодируйте, мои дорогие, спасибо за смешанный формейшн в эстрадном танце, за композицию «Свет Вселенной». Коллектив «Визит» получает кубок и диплома за первое место. «Визит» Тула, руководитель Наталья Хлебникова. Ваши аплодисменты. А вот теперь к нам вновь возвращаются молодые солдаты. Стрит-шоу, Стас, поднимайтесь к нам. Ничего не жаль. Стрит-шоу, Формейшн, Бэби. Коллектив Стас, город Тула. Руководитель Владислава Козлова. Аплодируйте! Вы устали аплодировать? Отбейте себе ладошки! Молодцы! Аккуратно спускаемся вниз. Да, 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 мои дорогие, дальше все любопытнее. Детские малые формы в эстрадном танце, на рейтинге ВАДА. И на пятом месте в этой категории «Восточные сказки», коллектив «Дежавю», Москва, руководитель Анна Орлова.
спускаемся, забирайте малышей. Дайте спуститься малышкам вначале, дайте. И поднимается восточная сказка «Дежавю, Москва». Пятое место. На четвертом месте «Леди, Дежавю, Москва». Леди. Леди, Дежавю. На третьем месте «Дежавю, Латина, Бум». «Дежавю, Латина, Бум». Второе место и ко мне поднимается, внимание, «Школьный субботник». «Школьный субботник» ко мне сюда. Я же сказал, ко мне поднимается. Сюда, «Школьный субботник». Стоим лицом туда. И первое место. «Тихий час», «Загадка» Иванова. Поднимайтесь к нам. А где аплодисменты? Фото. Умницы. Аккуратненько спускаемся вниз. Каждый в свою сторону. С вами детские формейшены в танцевальном шоу на рейтинге России. И на втором месте «Хэллоуин», «Загадка» Иванова, руководитель Любовь Барсукова. И победители! Фото-охота в сафари! Визит Тула! Руководитель Наталья Хлебникова! А где же ладушки? Ладушки, где были у бабушки? И фото! Умнички, ребятки, спускайтесь вниз. Детская малая группа «Визит» получает кубок и диплом за композицию «Фокусники». «Визит Тула», руководитель Наталья Хлебникова. И аплодисменты. Умнички, девчонки. Бэби малые группы, танцевальное шоу, рейтинг России. И на втором месте «Маленький кораблик», «Визит Тула», руководитель Наталья Хлебникова. Маленький мальчишка, маленький кораблик, сделан из бумажного листа. Он поплыл, но скоро-скоро утонул на повороте, но не утонула с ним мечта. И первое место «Ясли», «Загадка» Иванова, руководитель Любовь Барсукова. Ясли. Аплодисменты! Спасибо! Спускайтесь аккуратненько вниз.
Юниорские малые группы на втором месте. Суженый мой ряженый, приди ко мне наряженный. Визит Тула, руководитель Наталья Хлебникова. А вот первое место — хитросплетение коллектива «Загадка» города Иваново под руководством Любови Барсуковой. И аплодисменты зрителей. Юрское трио в эстрадном танце «Три доблести, три жизни, флага». Коллектив «Загадка» получает свой комплект наград. «Загадка» — трио «Эстрадный танец». Молодежное трио «Кто главный?» так и не выяснили танцоры коллектива «Импрессия». Город Дзержинск. Руководитель Светлана Сергеева. Аплодисменты. Ну а теперь внимание. Детские формейшины, детские большие формы в ваде. И пятое место в больших формах. Ну вот виноватая она была, виноватая. Во всем виновата тучка. Коллектив «Фиеста», город Шуя. Пятое место, руководитель Наталья Игоревна Фроловы. Пойдемте со мной, пойдемте сюда, 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 сюда. В одну линеечку выстраивайтесь. Это «Фиеста», город Шуя. Тучки, дайте диплом. Тучки, она же во всем виновата. Дайте тучки. Можно вот так, тучка, держи. И тучка, тучка, тучка. И вовсе не медведь. И как приятно тучке по небу лететь, да? Держи, Катя. Ну, на четвертом месте. Хоть они и назвали свой номер так, но тем не менее четвертое место. Мы лучшие. Загадка Иваново. Руководитель Любовь Барсукова. Ну а далее призеры. Призеры нашего сегодняшнего события. И третье место в эстрадном танце среди больших форм. Цирк уехал, а Маргел остался. Клоуны, третье место, сюжет, Собинка. Руководитель Светлана Репина. Сюда, за мной. Похлопайте детям-то, ну что же они-то... В тишине там выше. На втором месте. Русский микс. Визит Тула. Руководитель Наталья Хлебникова. Все дело в шляпе. Загадка Иваново. Руководитель Любовь Барсукова. Молодцы. Все дело в шляпе. Так, мумички, отдайте диплом. Похлопайте нам. Фото.
А теперь, детки, все сделали 5 больших шагов назад. Все, детки, 5 шагов назад. И, внимание, мы объявляем обладателей специальных призов. Самый активный коллектив Кубка 5 звезд. Как думаете, кто? Визит Тула! Вот уж действительно активный. Аплодируйте нам, пожалуйста. Еще на поклон. Крутые кубки, поклон. И немножко туда вот, ребят, не уходя со сцены, чуть назад. Малыши, не загораживайте. Внимание! Самый массовый коллектив Кубка 5 звезд. Коллектив «Загадка». Город Иваново. «Загадка», получайте свой кубок. Звездный дуэт Кубка 5 звезд. Анна Бродина и Аида Искандарова. Аня и Аида, получите ваши звездные дипломы и звездочки. Аня, Аида, звездный диплом Кубка 5 звезд. Ну вот надо всегда оставаться до конца награждения. Ну забирайте, мамка. Подрослись. Дениска, ну-ка давай нам что-нибудь, какую-то импровизацию для них. А то кубки получили. Давай что-нибудь нам сейчас. Чего? Что-нибудь давай нам. Пусть танцуют. А что? Ну, аплодируйте нам. Дипломы получили, кубки получили. Умницы, девчонки. Звездная мисс Кубка 5 звезд Ирина Медведева. Ирина Медведева, получаете свой кубок. Созвездие Кубка 5 звезд. Юрская малая группа коллектива «Загадка», город Иваново, созвездие этих звезд. Вот они тут есть, девчоночки, мальчишки, получаете. Вот это участники второго отделения и ваши аплодисменты. Маленькая звездочка Кубка 5 звезд. Мария Терехова. Маша Терехова здесь? Мария Терехова. Все, аплодируем.